Здорово, братишки, Оскар здесь. И в эту жаркую, душную пару года хочу рассказать вам о не менее душных танках в игре. Играть на них тяжело, играть на них утомительно. И, к моему глубочайшему сожалению, многие на них уже терпели, либо же предстоит терпеть в ближайшем будущем, потому что вся эта техника прокачиваемая. И чтобы сам выпуск лучшей в мире рубрики ТОП-5 не получился душным, с твоего, естественно же, позволения, дорогой мой скиловичок, я добавлю щепоточку дебильного юмора. Так что, приятель, присаживайся поудобнее, прожимай свой царский лайк. Если что-то точишь, приятного аппетита. Если что-то пьешь, закусывай. Я начинаю, будет познавательно и интересно, надеюсь. Буду, в общем, рассказывать про танки. И прикинь, в Lineage 2 тоже есть свои танки. В игре так называют рыцарей, которые в бою играют роль защитников. Они принимают на себя весь урон, прикрывая своих тиммейтов. Почти как наши тяжи в мире танков. Lineage 2 Essence. Это альтернативная версия легендарной MMORPG Lineage 2. Здесь вас ждет легкая прокачка, масса межсерверных локаций, где можно столкнуться с игроками из других миров, межсерверная торговля и огромный выбор классов. А самое главное, это абсолютно новый тип серверов с прозрачной системой монетизации, где всего можно добиться без доната, просто благодаря твоему упорству и вовлеченности. Круто, что контент в игре постоянно обновляется, что делает ее живой и динамичной. И вот вам пример, в Lineage 2 Essence недавно обновили танков, почти как переход на 11 уровень в мире танков. В свежем обновлении Heart of the Volcano класс рыцарей был полностью переработан. Храмовники Евы и Шилин получили по 2 новых мощных умения 4-звездочного качества. Плюс каждый храмовник обзавелся новыми атакующими и защитными скиллами. Также в игре появилась новая межсерверная локация Жаровня Вулкана. Там шастают высокоуровневые монстры, а иногда появляется прислужник Волатион. Но учтите, лучше отправляться на него в организованном рейде. После победы над ним игрокам предстоит сразиться с главным боссом локации Вулканом. Кроме того, добавили события вторжения Легиона Тьмы и новую карточную игру под названием Лаборатория Адена. Однозначно есть во что поиграть. В общем, обновление уже в игре. Переходите по ссылке в описании, качайте Lineage 2 Essence и погружайтесь в мир захватывающих приключений. И открывает мой топ кусок французского багета. Багета, который даже голодная собака грызть не будет. Тяж 8 уровня, АМХ 65 тонн. Танк до такой степени чудесный, до такой степени сбалансированный, что отдел баланса сам запарился менять ему ТТХ. Но об этом чуть-чуть позже. Сейчас расскажу, почему, играя на АМХ 65 тонн, у тебя будет преть гузно. Самая главная причина, что это тяж, у которого очень мало брони. Хочешь ты этого или нет, но тебе предстоит ехать драться на первую линию. И на этой первой линии ты будешь получать по самые помидоры. Будешь получать в корпус, периодически даже фугасами. Если спрячешь корпус, будешь получать в башню, потому что вежливые кудесники из отдела баланса предусмотрели, чтоб на башне был здоровенный картонный дальномер. И, приятель, говорю тебе как есть, в этот картонный дальномер для того, чтобы промазать, нужно ой как сильно постараться. Но только если ты играешь против восьмерок и уровней ниже. Ну, а ты сам знаешь, против кого чаще всего играют восьмерки. Правильно, скиловичок, против девяточек и десяточек. Благодаря бронепробою которых им не придется выцеливать картонный дальномер. И они тебе банально будут лупить в башню. Только пятак высунул, сразу же в него получил. Изумительнейший инструмент для периодического пострадывания. Говорят, Антоха Панков. Ну, это тот, который топил за периодическое пострадывание игроков. Лично сам принимал участие в балансе этого танка. А ведь когда-то на мгновение, буквально на патч или два, у разработчиков получилось сделать этот кусок играбельным. Да, ты по-прежнему получал в пятак, но зато мог дать сдачи также кому-нибудь в пятак. Потому что в каком-то там обновлении французу топовое 120-миллиметровое орудие сделали очень даже очень. Была отличная стабилизация и точность. Для точного огня тебе практически не приходилось сводиться. Ты наконец-то мог нормально настреливать. Но, к сожалению, как слышишь, я об этом говорю в прошедшем времени. Хорошие характеристики орудия как дали, так и забрали обратно. Да-да, ты все правильно понял, это танк нерфили. Чеканули топовое орудие и еще что-то там. Зачем? Почему так было сделано, я не знаю. И сейчас для того, чтобы прокачать этого душнилу с меньшей болью, игрокам приходится катать на стоковой башне. Только представь себе, стоковая башня гораздо лучше и эффективнее, чем топовая. Но уже в этом случае на стоковую башню 120-миллиметровое орудие ты не поставишь. Игрулька не позволяет. Придется катать на 100-миллиметровой ковырялочке с альфой 300. В общем, приятели, а мои 65 тонн. Запредельно душный кусок. Играя на котором, турбобой для тебя будет казаться вечностью. Идем дальше.
А дальше хыть, британские Т-15, ПТ-шечка 8 уровня, которая отстала в развитии. Да-да, ты не ослышался, именно в развитии. Потому что когда-то давным-давно, еще в 2017 году, веточку этой ПТ-шки неплохо апнули. А Тортоиза, ну это тот, который на 9 уровне, апнули с запасом на будущее. Именно поэтому он по-прежнему актуален. Чего, к сожалению, не скажешь про восьмерку от Т-15. Даже премиумный аналог Turtle 1 сейчас даже очень-очень сильная ПТ-шка. А АТ-15 так и остался на уровне 2017 года. Тормоз, короче. И играть на нем в нынешних реалиях рандома — это то еще удовольствие. Ну вот смотри, современный рандом, бои молниеносные. Каточка 3-4 минуты считается уже затянутой. И вот в таких турбокатках тебе придется играть на АТ-15, максимальная скорость которого 20 километров. У премиумного Туртла первого 25, если что. Казалось бы, ерунда, но это разница существенная. Хорошо, поставил турбину, тоже едешь 25. Броня. Да, для 8 уровня она неплохая. Но всю эту неплохую броню для 8 уровня делит на 0 здоровенная, уязвимая, картонная кумбашенка. И практически весь урон впитывает она. Ты старался, ты ехал, ты полз на точку замеса. И как только ты дополз, сразу начинаешь отхватывать в шишку. И от восьмерок, и от семерок. Девяткам и десяткам шишку выцеливать не придется, надеюсь, ты понимаешь. И упаси тебя, дядя Витя кислый, оказаться в абсолютной нубочке против шестерок на какой-нибудь большой открытой карте. Дикие, шустрые, невоспитанные шестерочки тебя закружат по самые помидоры. Мало того, что АТ-15 еле едет, так он еще негодяй такой, не спеша поворачивает. Короче, приятель, если заедут в борта или корму, поверь мне, просто расслабься. Ну, значит, получается, должно быть офигенное орудие. Такое, как у Тортоиза, ну или Туртла первого. Скорострельное такое, долбящее. Да, все верно, оно есть. Скорострельное, но не долбящее, а ковыряющее. Топовое орудие. Средний урон за выстрел 230. Да, я должен сказать об этом, есть и не топовое. Со средним уроном в 280. Только это в лучшую сторону ничего не меняет. А вот у премиумного аналога Туртла первого средний урон за выстрел 330. Разницу чувствуешь? Ничего-ничего, почувствуешь. А Т-15 капитально устаревший, и тебе придется на нем катать, чтобы прокачать Тортоиза и Баджера. И хоть прокачка техники сейчас максимально упрощенная, все равно, дорогой мой скилловичок, просто запасись терпением и открой форточку пошире. Духота будет стоять нереальная. Храни тебя, Боже. Многие в комментариях меня спрашивают, мол, Оскар. Ладно-ладно. Короче, Ютубу сейчас хреново как никогда. Перейди по ссылочке в описании и присоединяйся на мой стрим-канал ВК Плей. Отечественный Твич, так что не боись. Общение, хорошая атмосфера, ля-ля-ля, 3 рубля. Но самое приятное для тебя, за просмотр моих стримов ты получаешь голду. Сколько смотришь, столько получаешь. А также достаточно часто среди зрителей проходят розыгрыши прем-техники. Так что будет на чем пофармить, ну или сдать в трейд-ин. По ссылке в описании перешел, кнопку отслеживать нажал. Элементарно. Чемпион по бесполезности. Душнило в абсолюте. Британский тяж 7 уровня Black Prince. Хочешь ты этого или не хочешь, но чтобы исследовать заветного суперконя, тебе, дорогой мой скиловичок, предстоит пострадать на Black Prince. А ведь когда-то, давным-давно, этот танк мне ой как нравился. Но за 11 лет его существования в игре много чего изменилось. Короче, слушай, что тебя ждет. Ну, во-первых, это тошнотство. Тяжик с максималкой в 20 км в час. Печально, грустно, неприятно. Приятно. Но и это факт, у Black Prince есть броня. И достаточно хорошая для 7 уровня. Ключевое слово — для 7. Потому что все, что выше, никакой брони душного британца даже не почувствует. Но это не самое печальное. Мощь огневая, сука безжалостная. Невероятные 150 единиц урона за выстрел. Здесь не то что 6-е, 5-е уровни ехидно смеются. Да, перезарядка быстрая, отличный бронепробой на голде. Но все равно, братишка, 150 за выстрел на 7 уровне. Настрелять на нем как следует — это невероятное везение. Должна выпасть маленькая карта и обязательно медленный жирнющий сетап. И даже в этом случае может быть облом. Пока ты до позиции доползешь, драться уже будет не с кем. Либо твои союзники всех проутюжат, либо твоих союзников проутюжат все. И это я сейчас говорю про одноуровневые бои, либо уровнем пониже. Вся каторга, приятель, начинается при игре против восьмерок и девяток. Особенно против девяток, где Black Prince сам
самый желаемый кусок. Потому что у него много хп. А какой-то угрозы для тебя такой не представляет от слова совсем. Ты старался, ты ехал на фланг, в кустиках на базе не стоял. Приползаешь, а тебя уже ждет Е-75. Ужас, нах, соболезную в общем. И вот такую вот картину тебе придется видеть из боя в бой, из боя в бой. И да, если ты подумал, что будешь имповать в нубочке, братишка, вынужден напомнить, что в нубочке очень злющая Артюлечка, которой абсолютно наплевать на твой уровень. Им главное, чтобы ты был медленный и желательно больших размеров, под характеристики которых идеально подходит Black Prince. Короче, если надумаешь качать ветку британских тяжей, просто помни, что 7 уровень будет незабываемым. Black Prince поможет тебе заучить самые пошлые и самые противные слова ненормативной лексики. И в тот момент, когда ты его все-таки прокачаешь, ты испытаешь просто фантастическое облегчение. Но пока, дорогой мой друг, терпение тебе. В ближайшем будущем апать Black Prince никто не собирается. Идем дальше. У меня на стримах многие спрашивают: «Оскар, какую десятку качать первой?» И я всегда, даже не задумываясь, отвечаю: «Качай ИСа 4-го». Но перед тем, как ты исследуешь ИС-4, кстати, после покупки ИСа 4-го не забудь ему исследовать топовое орудие. Их там два, если что, задолбался повторять. Тебе предстоит попариться, а нет, не на КВ-4-м. КВ-4 офигенный аппарат, так что прекрати. На советском тяже 9-го уровня СТ-1. И если прошлые танки с моего топа были, мягко скажем, кусковатые, то вот СТ-1 к ним не относится. СТ-1 просто самый настоящий душнило. Весь такой по геймплею серый, медленный, тошнотный, неинтересный. И вот, казалось бы, он не картонный, что-то дотанкует. Пушка не снайперская, но как для тяжи вполне себе норм. И бронепробой нормальный, и урон за выстрел 440. Но есть маленький нюанс. Это я сейчас описывал СТ-1 в топовой комплектации. С исследованными гусеницами, двигателем, башней. А вот что тебя ждет в стоке? О боже. Ладно, ладно, про сток ничего не буду тебе рассказывать. Боюсь обломать себе все отрицательное воинствие. Периодически, играя на СТ-1, ты будешь бледнеть. Холодный пот на лбу — это норма при игре на этом танке. Чувство, как будто в комнате не хватает кислорода. Поверь, это обычное дело. Ну, а если серьезно, после КВ-4, СТ-1 — это настоящая каторга. Приезжаешь на позицию, тебя начинают рвать. Танкуешь ромбом, корпус-то мощный. Не забывай про уязвимость. Любимые скулы корпуса, куда девяточки и десяточки голдой лупят каждым выстрелом. Визуально, на взгляд, у СТ-1 и ИС-4 корпус почти одинаковый, но по миллиметрам брони в корпусе. ИС-4 СТ-1 превосходит на голову. Ладно, чего я к этому корпусу прицепился? Башня. Стоковую лупят в маску, топовую, такую мощную, здоровенную, лупят в лючок. Да, к счастью, не каждым выстрелом, но лупят. И топовое орудие. Нормальная такая дубина, мощная. Но опять же, банально нет ДПМа. Вроде бы всех пробиваешь, но делаешь это медленно. Ну, и по подвижности, как же без нее? Максималочка 40 километров. Неплохо, да? Но вот удельная мощность двигателя невероятная, 11,5 лошадок на тонну. Свою максималку будешь набирать очень медленно. Так что, как ни крути, на пути к мощному, офигенному ИСу 4-му тебе предстоит попариться на СТ-1. Крайне душный танк, оставляющий после себя такой вот неприятный послевкусие. Но прокачать его все же придется. Таков путь. Козел этот танк нюхал, а потом сдох. Японский тяж 9 уровня Type 4 Heavy на первом месте. Более мерзкого, нерукопожатного, неиграбельного танка ты в игре не найдешь. И самое удивительное, это недоразумение расположено на 9 уровне. Почему? Я все понимаю, когда подобного рода канистры с отстоем находятся на средних левелах, на 5-6. Быстренько прокачал, продал и забыл. Но тут нет. На Type 4 тебе придется кукожиться не один десяток часов. И каждая минута на этом душниле будет идти как за час. Но ты только посмотри на это. Подвижности нет ни хрена. Максималка 25 километров с удельной мощностью 7,5 лошадок. Бабушка 80-летняя утром в очередь в поликлинику шурует быстрее. Кто-то скажет, так у него ж броня. Броня у него только против семерок и некоторых восьмерок. Одноклассники и, конечно же, десяточки только рады будут противоположной команде увидеть Тайпа 4-го. Да-да, это халявный урон. И ты только
только посмотри на его размеры. Здоровенный, громадный, неповоротливый. И очков прочности всего лишь 2050. Это не то чтобы мало, для такой скотины это невероятно мало. Ну и орудие, вот здесь прикол. Разработчики на выбор тебе дают три дубины. Первая стоковая, ее пропускаем. Вторая 150-миллиметровка. И не обычная, а фугасная. Которая когда-то давным-давно просто разрывала рандом. Ну а сейчас она просто неиграбельный памятник. Бронепробой на голде 192 мм. Ну, разве что только семерок ей пугать. И вот чтобы дойти до третьей, топовой 140-миллиметровки, тебе, дорогой мой скиловичок, придется выбирать. Либо играешь на стоковой дубине, у которой бронепробой на голде 258 мм. Либо пыхтишь на неэффективной фугаснице. Вот честно, не знаю, кто и зачем в настоящее время прокачивает Type 5 Heavy. Но в боях Type 4 до сих пор встречаются. И скажу как есть, мне этих игроков от всей души жаль. В нынешнем рандоме на Type 4 ты не можешь сделать ничего от слова ни черта. Ты не продавишь фланг, у тебя мало хп. Ты не сдержишь фланг, у тебя нету брони. Ты не настреляешь много урона. Потому что даже на топовой, более или менее играбельной пушке нету ДПМа, перезарядка долгая, и нету точности. Игру на Type 4 можно приравнять, нет, не к парилочке, а к настоящему самобичеванию. Поэтому, приятель, ради твоего же психического здоровья, я тебя очень прошу, пройди этот танк за чертежи, а десяточку и следуй за свободку. Ибо играть на этом ужасе, как в том меме, ну нахер. И вот, казалось бы, видосик можно заканчивать, но в этом топе я рассказал про технику, которая когда-то была нормальной и играбельной. Она просто устарела и не вписывается в нынешний рандом, поэтому такая вот душная. Но в игре есть аппаратик, который практически всех игроков доводил до белого коленя. На нем нужно было играть, чтобы прокачаться дальше. И эта прокачка запомнилась всем на всю жизнь. Встречай, приятель, экстра место. Этот танк балансил сатана. Его прокачка приравнивалась к прохождению всех кругов ада. Запредельнейшие страдания. Уныние, безнадежность, духота, уровень космос. Да-да, братишка, это чехословацко-чешская СТ-шка 8 уровня, ТВП ВТУ, мать ее. Именно этот танк был сложнейшим барьером на пути к девятке Шкода Т-50 и десятке ТВП 50-51. Играя на этом нереальном кактусе, ты прямо понимал посыл разработчиков. Эй, танкист, хватит страдать. Бери свои денежки, покупай голдишку. И купленную голдишку за свои денежки переводи в свободный опыт, благодаря которому ты максимально быстро и безболезненно пропустишь 8 уровень ТВП ВТУ. Что такое, танкист? Денег нет? Ну в таком случае не обижайся. Даже с прем-аккаунтом со всеми бустерами на прокачку, прокачка ТВП ВТУ была мукой. И только представь себе, несчетное количество игроков не имели возможности купить тот же прем-аккаунт или бустеры. Им предстояло исследовать этот кошмар из самого стока. Здоровенные размеры этой душегубки давали максимальнейшую гарантию, что противник по тебе не промажет. Полнейшее отсутствие брони прямо заявляло, что тебя будут пробивать все. И абсолютно все. Ужаснейшие орудия, а их если что 4, обещали тебе, что на поле боя ты будешь максимально бесполезным. На ТВП ВТУ было подвигом хотя бы отстрелять свои очки прочности. И абсолютно неважно, попадал ты против шестерок, против семерок. ТВП, ВТУ унижали все. И видя этого бедолагу в противоположной команде, многие игроки чисто по-человечески ему соболезновали. Но замочить пытались в первую очередь, потому что ТВП, ВТУ не представлял абсолютно никакой опасности. Простыми словами, танк был неиграбелен от слова совсем. Но тебе на нем играть приходилось. И играть достаточно много. Модулей немало, и всех нужно прокачать. Да еще исследование самой девятки требует опыта ого-го. Да, у кого-то сдавали нервы, и этот танк проходился за свободку. Кто-то кровью и потом проходил без доната. А также далеко не единичный случай, многие игроки на этом танке останавливались, ибо терпению приходил конец. И приходилось ждать акции множителя опыта X5, чтобы хоть как-то облегчить эти страдания. Собственно, я, приятель, один из этих игроков. Специально ждал множителя X5. Ужас, нах, вот вспоминаю, становится не по себе просто. Да, этот танк энное время назад апнули. И сейчас он просто середняк. Ни рыба, ни мясо такой. Душненький, но прокачать его гораздо легче, чем раньше. 8 гребаных лет понадобилось разработчикам, чтобы проявить снисхождение к игрокам. Ай, спасибо, папаша. Никогда не забуду. Так что, скиловичок, если ты не застал этот ужас, эту духоту, эти страдания, эти прожженные нервы, радуйся, ну и влупи ты лайк в конце концов. А если ты так же, как и я, побывал в этом кипящем котле с дерьмом, братишка, дай я тебя обниму. И вот, в принципе, и все, дорогие мои зрители. На этой веселой ноте самый душный ролик про самую душную технику
подходит к концу. Прожимай свой душный лайк, уже можно. И пиши свое душное мнение в комментариях. Какой бы еще аппаратик ты добавил в этот топ? Только я тебя очень прошу, в комментах не душни. А также заглядывай в описание и подпишись ты уже наконец-то на этот телеграм-канал. Это сейчас модно, так что делай это смело. Если вечерами тебе скучно и нечем заняться, милости прошу на мои стримы на ВК Play Life. Вот там вот точно не душно. Ну и по традиции выражаю огромнейшую благодарность всем, абсолютно всем платным подписчикам на Boosty. Дорогие мои, лишь благодаря вам создается контент. На этом все. На связи был Оскар. Не болей, братишка. Удачи!